Елизавета Волкова и канал «Сила в мысли» представляют цитаты Михаила Лобковского. Михаил Александрович Лобковский – российский психолог, писатель, юрист, телеведущий и радиоведущий. Журнал Forbes признал его самым узнаваемым психологом России с доходом 130 миллионов рублей в год. Обладатель серебряной кнопки YouTube, автор книги-бестселлера «Хочу и буду» «Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», тираж которой в 2017 году составил 226 тысяч экземпляров. Механизм принятия вас другими людьми основан на том, насколько вы себе сами нравитесь. Очень красивые люди, которые сами себе не нравятся, никогда ни у кого не пользуются успехом. Запомните, насколько легко вам будет житься, зависит исключительно от того, насколько хорошо вы относитесь к себе. Никому не нужен тот, кто не нужен самому себе. А тот, кто принимает себя таким, какой он есть, живет вкусной, полноценной жизнью, несмотря на всевозможные житейские проблемы. Только не надо путать любовь к себе с эгоизмом. Эгоист зациклен на своих проблемах, и окружающие его не интересуют. А тот, кто любит себя, добр ко всем и открыт миру. Ведь с самим собой у него все в порядке. Любовь к себе, хорошее отношение с собой, умение проводить с собой время и самодостаточность, которая и есть свобода, вот ключевые качества любящего себя человека. Обзаведясь всеми этими качествами, вы обязательно притянете такого же достойного, независимого человека, который завязывает отношения не из страха одиночества и не из подозрения, что он больше никому не нужен, а потому что ему с вами будет интересно и хорошо. Или же другая сторона медали. Например, вы чувствуете себя очень одиноко, и вам кажется, что когда вы встретите родственную душу, ваше одиночество на этом закончится. Ничуть, вовсе не так. Почему? Потому что если вы одиноки, то встретите такого же одинокого человека, и ваше одиночество будет помножено на 2. Мы уверены, будто бы любовь – нечто не от нас зависящее, сверхъестественное, лотерея какая-то. На самом деле понятно одно – любовь и отношения – это отражение того, что у вас уже есть внутри. Есть еще одно заблуждение. Так рассуждают, не обязательно вслух, большинство российских женщин. «Я буду прекрасной хозяйкой, научусь вкусно готовить, буду выглядеть как конфетка, и тогда кто-то обязательно разглядит и мой человеческий талант. Дорогие мои, никто вас не полюбит за роскошные ресницы, борщ с котлетой и покладистый характер. Любят за другое. До тех пор, пока вы пытаетесь уловить в мужских глазах, что вы еще хороша и можете им нравиться, вы все время будете подвешены на крючок мужской оценки. А это дорога в никуда. Женщина должна сначала принять себя безо всякого мужского взгляда. И тогда ее полюбят мужчины. Мужчины – это следствие того, как вы к себе относитесь. Именно за то, что вы себя любите, вас начинают любить другие. Кстати, о партнерах. Чем ниже самооценка самого мужчины, тем больше значения он придает внешности женщины или любовницы. Уверенным в себе это практически безразлично. Самооценка бьет все. Красоту внешнюю и особенно внутреннюю, широкую образованность, недюжий ум, таланты и способности, мускулы и деньги. Самооценка компенсирует все. Если особой красоты, образования и талантов не наблюдается, но человек бесконечно влюблен в себя и не сомневается, причем абсолютно справедливо, в своей уникальности и обаянии, он точно будет счастливее и сильнее умных, красивых и даже богатых. Высокая самооценка бьет все. Фигура, шмотки имеют смысл только в том случае, если прилагаются к хорошим отношениям с собой. Лобковский абсолютно прав. Любимая женщина та, которая любит себя. И на основании этого факта я и выстроила свою систему налаживания отношений с мужчинами. Если сейчас ваши отношения с парнем, мужем, бывшим возлюбленным оставляют желать лучшего, вас не ценят, не замечают, вас не поддерживают, во всем упрекают, вы можете это исправить. Изменитесь вы, изменит свое отношение к вам и мужчина. Действуя по моей системе, женщины творят чудеса. Возвращают мужей в семьи, делают их добрыми, заботливыми. Девушки становятся очень востребованы у мужчин, даже если раньше их никто не замечал. Переходите по ссылке в верхнем углу экрана и записывайтесь на мой онлайн-мастер-класс.
Там я вам расскажу, как вы сможете наладить свою личную жизнь уже в ближайший месяц. Если это для вас действительно важно, прямо сейчас переходите по ссылке, также ее оставила в описании, и регистрируйтесь на мастер-класс. «Любите себя в конце-то концов», — говорит Лобковский. «Тренируйтесь в том, одобряйте, прощаете, балуете и ни с кем себя не сравниваете. Никогда». Любить себя – это возможность жить жизнь так, как вам хочется. И это и есть залог счастья. А кто такой человек, который себя любит? Это тот человек, который всегда выбирает себя, выбирает дело, которым у него лежит душа. У него с собой обо всем договорено и гармонично. И поэтому он добр к другим и открыт миру. А еще он уважает чужие желания, так же, как уважает свои. Если вы действительно хотите любить себя, хотите повысить самооценку, перестаньте спрашивать людей о себе, и близких, и далеких. Оценивайте себя сами. Это сложно, но это путь к себе. В слове «самооценка» не зря первый корень «сам». Это ваше мнение, а не чужое. Полюбите себя с любой внешностью, и тогда ваша внешность действительно может быть любой. Если вас вдохновили и понравились эти цитаты, то ставьте лайк этому видео, пишите комментарий и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!